Долгое ожидание, тысячи фотографий, недели монтажа. Сергей Мажитов, оператор телекомпании «Город», принимает участие в ежегодном конкурсе видеороликов о городах России. Основная идея конкурса – создать интерактивную карту России. По словам Сергея, он давно хотел снять ролик в режиме «Таймлэпс» и, узнав о конкурсе из социальных сетей, решил принять участие и снял ролик о Тенге. Ролик снимался приблизительно 4-5 часов. Это с восхода и до 10 часов дня. 10 часов нас забрали оттуда. Монтаж шел где-то неделю, наверное, недели полторы, потому что там шла обработка не видео, а большого количества фотографий. Фотографий получилось приблизительно порядка 14 тысяч. Всего в конкурсе принимает участие около 30 городов России. Результаты конкурса станут известны в конце ноября по итогам онлайн-голосования. Проголосовать за Сергея и поддержать Братск можно на сайте, адрес которого вы видите на экране.